Человеческий мозг удивителен, особенно мозг людей, с которыми я работаю. Альфа — это выдающиеся личности, способные выходить за рамки человеческого сознания. Проблемы? Сериал повествует о 5 героях, обладающих суперспособностями. Они образуют команду, расследующую тяжкие преступления. Рэйчел, что ты тут делаешь? Он бежит мимо кафе, прячься на аллее в 3 кварталах отсюда. Их феномен был открыт доктором Розеном, который помогает им контролировать свои способности. Моя команда в опасности. Они не знают, что их рассматривают как членов своеобразной группы специального назначения. А собственно, кто это с тобой? У нас у всех есть суперспособности. Нина может перепрограммировать мозг других людей. А теперь возьми эту квитанцию и съешь ее. Моя способность накачивать свое тело адреналином. Гарри может чувствовать электромагнитные волны. Это там, 6-й этаж. Рэйчел издает ультразвук, обладая сверхчувствительным обонянием, осязанием и вкусом. Кэмерон Хиггс обладает идеальной взаимосвязью между разумом и телом. Вся фишка нашей команды, что только все вместе мы способны быть экстраординарными. Стой! Невозможно! Гарри, есть какой-нибудь там сигнал? Это их конек. Ты еще только скользнул по поверхности того, на что ты действительно способен. Люди Альфа. Смотрите на scottofnet.ru.